Новый ответчик в деле на 100 верблюдов. Теперь компенсацию за убийство сына супруга осужденного террориста Саяна Хайрова требуют и от специального подразделения КНБ «Арыстан». Ходатайство об этом Шинар Бесимбаева сегодня заявила суду. Напомним, за жизнь 11-летнего Ислама Максота его мать требует 20 миллионов тенге. Это стоимость 100 верблюдов, которые по шариату выплачиваются за смерть человека. Подробности захвата террористов в августе 12-го в поселке Тан Алматинской области стали известны еще во время процесса над Саяном Хайровым. Тогда представители прокуратуры подтвердили, что именно арыстановцы проводили спецоперацию. Теперь же это главный аргумент истцов. Напомним, ранее ответчиков было двое – городские департаменты КНБ и внутренних дел. Претензии к ним Шинар Бесимбаева также оставила в силе. Между тем, в ходе процесса стал известен еще один факт. Выяснилось, что родители погибшего Ислама Максота Шинар Бесимбаева и осужденный за терроризм Саян Хайров официально не регистрировали брак. И по закону Бесимбаева не должна была оставлять своего сына без присмотра, заявил гособвинитель. Но по словам истицы, оснований не доверять своим землякам, которые находились в доме, где проводилась спецоперация, у нее не было. Более того, женщина заявила, что силовики не должны были начинать штурм дома, зная, что там находятся дети. Сколько методов есть? Можно слезоточивым газом, например, много возможностей. Если резиновые пули, оказывается, можно там водяными напорами, там много. Вот мы же знаем, сколько сейчас. Это называется нелетальные средства, что ли, я вот в интернете ознакомился. Очень много методов, чтобы обезвредить и потом взять живыми людей.